Давай тебя сфотографирую. Включает суточные поездки на нескольких видах транспорта, включая railway, train, подземку, автобусы и паромы. Очень удобно, особенно если много передвигаешься в туристических целях по городу. Вполне будет экономно, потому что мы отдавали за одну только дорогу туда на поезде, на четверых, да, где-то 120 крон. Вторую поездку тоже 120. То есть, в принципе, ну... Вот, кстати, показывается музей нордической культуры или музей северных народов. Он на том же самом полуострове находится, где музей Абба, где еще какой-то археологический, исторический музей тоже в нем были. Туда мы сейчас и направимся. Вон еще одна набережная. Красивая. Похоже, мы едем на полуостров Аббы. Похоже, на полуостров Аббы едем. Пошли, наверное, с Борей. Потом придем в этот музей современного искусства. Они оба, конечно, до 6. Ну да. А этот до 5 успеем? Нормально. Они оба до 6. Подумаем, куда мы хотим. Кто до 5? Абба. Поэтому... Они все до 6. Нет, с 10 до 5.